Уже на сегодня хватит шоу, пожалуйста. Хорошо. Я все равно на всякий случай уйду. Сука, если ты меня тронешь, я убью. Итак, отвечу. Новый образ. Где Демид? Где Демид? Я даю 4 секунды. Это Демид придумал, кстати. Два, три. Не сдавай, забыл. Испугались. Почему Серёга повезло? Просто в стирку поскорее отдать. В стирку? Да. Нормально все будет. Вот у меня сейчас будет депиляция такая здесь на руках, что просто... Раз. Ты как? Живой? У меня новый образ, чувак. У тебя есть 4 секунды, ты не знаешь, что будет. Я лучше отойду. Ты тоже убегала. Убегай, потому что я непредсказуем сейчас. Я не участвовала, мне не за что. А где все? Сука! Вам все... Нет, что за фигня? Да ладно! За что? Я даже не смотрел! Вы же мне это не интересно! Тебе все равно 4 секунды, чтобы убежать. Если я тебя поймаю, то что будет мне за это? Я тогда побреюсь на лысо. Серьезно? Нет, 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 нет. Почему все загорелись так серьезно? Дай мне еще табаско, сейчас вы будет танцевать. Ба-ба-ба-ба-бам. Какой-то симпатичный мальчик. Хочу его табаско в рот. Я такой крутой. За что? Когда выпью бухло. И Беллу просто в ноги. Я сижу ночью... Забиваю вино. Я же ночью сплю, думаю, кому хреново в этой жизни сделал чего? Или в прошлой жизни я что-то не так сделал. Или родственники, родители уже вспоминаю, где мы грешили. Океан, гитара, слезы текила, жара, сахара. Льется текила. Слушай, почему слова забыл? Потому что ты не настроил гитару день. Нормально. Она нормально. Давай повторим. Солнце поймает, океан, сюда. Гитара, страсти кипят, жара, сахара. Льется текила, шумит прибой. Возьми этот день, вот только твой. Жги, горит, лицо зажигай. Это каникулы Мексики, это рай. Кайфу наслаждайся, любви растворяйся. Мексика, это рай. Странно как-то. Ну, ладно. Блин, все испортил. Не, ты что, живой человек? Мне больно. Понимаешь или нет? Well. Ты, я с ним стоял, вот ты представляешь, губы мои, вот что это красное такое? Ты мне каблуком, это и в зуб, и в губ. Пожалуйста. Как больно! Что ты набухалась? Я встаю, отвечаю. 2 секунды, и я встаю. Это не шутки. Ты же полежать на камне? Нет, я хочу встать, дурак. Я встаю. Я тебе обещаю. Я встану вместе с алкоголем.
Мне нужно. Да. Ты спать хочешь? Я очень хочу спать. Я нет. Ты прикидываешь, я, каким я сегодня проснулся, что сегодня пережил я. Давай спать, серьезно. Мне холодно. Вот пойдем в теплоту. Подними мне на руки, отнеси домой. Можешь? Сможешь, ты что-то... Так, вставай. Я в нашей будке. Давай. Ладно, я все. Пожалуйста, вставай. Я клянусь. Слушай. Я обещаю. Ты вообще, я же скоро будешь на коляске меня возить. Ты же меня возить на коляске? Влад, ты с меня дома. Пожалуйста. А? Отвези меня домой. Игорь, вставай, давай, Встаем. Давай здесь за ручкой возьмем. Давай. Ну что, давай хотя бы чуть-чуть сострадания. Паша, у меня все тело болит просто после сегодняшнего дня. Давай на кровать. Я хочу алкоголя. Тебе плохо или? Я не пойму. Находим? Да-ка, у меня еще. Я тебе подам. Пара глоточков. Давай. Ты скажи мне правду. Ты меня прощаешь? Тебя? Угу. Я прощаю тебя. Да я тебе сказал, слушай, это все круто. Это нереально круто. Это экстрим высшей формы просто. Серьезно, что сегодня было? Это вообще трэш. Я же так спать. Ты так будешь спать, что ли? Да. У моих ног? Это твоя фантазия такая? Просыпайся. В такой позе ли это вообще трэш? Давай. Ты спишь у меня между ног. В буквальном смысле этого слова. Давай. Пойдем. Привстань, пожалуйста. Я выпью твой коктейль. И выпью весь алкоголь. Ну, и ты будешь здесь спать. Можете постелить здесь? Принести подушку? Хорошо. Давай. Головку подымай. Можно я тебе бананом буду? Нет, отнеси ко мне. Нет, ты ж. Проснешься?